Всем привет, меня зовут Яна. Сегодня я вам буду рассказывать про Мишну Пиркей Авот. И это одна из масехтот, которая рассказывает Аллаха Ламасе, это называется. Это вещь, которую, для жизни. Это нужно для жизни, это поведение человека на каждый день. Первая Мишна начинается «Кол Исраэль Ирлэм Хэлэк Лоолам Аба, Шнеймар Вэамэх Кулам Цадыким, Лоолам Имшуа Арес, Несар Матаэ Умасэ Адалит». Кол Израиль, весь народ Израиля, если им хелек лолам ба, у них есть хелек лолам ба. И это подразумевает, что у них есть частичка изнутри чего-то хорошего, что это им дает часть в грядущем мире. Шенеймар. Ваамех кулам цадыким, как говорится, у всего твоего народа, они все у них есть частичка добра. Нецер матаэй. То, что от зерен твоих, матаэй – это зерна. Знаете, будущее твоих зерен – это зерен Бога. Бог, можно сказать, нас посадил, и мы выросли. Адам Ручон, потом Авраам Авину, Моше и так далее. Масе далит бэм. И то, что Бог сделал, то мы совершенствовались. Для этого создан Пиркей. Дальше. Но не нужно сейчас расслабляться и ходить по улице и думать, ой, все, у меня все будет хорошо. Все, не волноваться, не нужно волноваться. Все равно есть вещи, из-за которых человек, даже еврей, которому пообещано грядущий мир, сейчас в грядущем мире, есть все равно вещи, которые могут убрать все, то, что есть в грядущем мире. И единственная вещь, которая нужна, это не расслабляться. Как можно подвести мяч к воротам, но расслабиться и ударить не туда. Это так же. Если мы будем сейчас всю жизнь сейчас расслабляться, то в конце все равно будет плохо. Из-за этого главная вещь – это не расслабляться. Подписывайтесь на Ваикра, ставьте лайки и делитесь моими уроками с друзьями.